На берегу Днестровского лимана потушили масштабное возгорание кустарников. Пожар вспыхнул в поле и распространился на участке в 1 гектар между селами Прибрежные и Шаба. Как сообщили в ГСЧС, горели кустарники вдоль берега лимана. В результате инцидента никто не пострадал. Огонь ликвидировали в 13:23 на месте пожара. Работали 6 спасателей, 1 спецмашина, а также 3 человека и машина из пожарной команды Шаба.